Сейчас мы в Майре. На Рижском взморье. Перед нами здание. Раньше оно принадлежало пансионату, и в этом здании была столовая. А внутри этого здания есть зал, и в зале есть круг, вращающийся. Сейчас перед нами Baltic Beach Hotel. Также есть черепаха. Рядом с большим зданием ресторан. Перед нами пляж, такой просторный. Балтийское взморье сегодня оно очень и очень спокойное. Сегодня будни, четверг. Семнадцатое ноября, народу очень и очень мало. Любуемся красотой пляжа.